Привет всем! Вы на канале вязания и я Светлана. Сегодня я хочу вам показать, как провязать красивые петли для пуговиц на поперечной резинке. Вот у нас поперечная резинка. Вот петля. Это лицевая сторона, а вот изнаночная. Петля очень красиво смотрится и очень легко вяжется. Так, и хочу сказать, что такое поперечная для новеньких, кто начинает только вязать, поперечная резинка. Вот она так выглядит. Кому не ясно, можете посмотреть у меня в уроках, есть на канале, как вяжется поперечная резинка. А вообще у нас стоит, вяжется два ряда лицевые петли, два ряда изнаночные. И так чередуется. Два ряда лицевые, два ряда изнаночные. Так, приблизительно вот на такую пуговицу я сделала петельку. Набрала я здесь 18 петель. По краям. Справа и слева по 6 петель и на петлю оставила тоже 6 петель. Начинаем вязать. Вот я провязала на изнаночной стороне. У меня прошел первый ряд изнаночный. Так. Теперь второй ряд изнаночный мы вяжем. А перед этим я провязала 2 ряда лицевыми. Вот вяжем второй ряд изнаночными петлями. С края я провязываю 6 петель. Так, я провязала 6 петель. Так, теперь берем следующую петлю. Снимаем с левой петли, с левой спицы на правую. И вот за этой снятой петлей сразу вторая перекидываем через эту петлю, которую мы сняли. И теперь хорошо притягиваете край. Так, притянули. Теперь так продолжаем дальше. Опять снимаем с левой на правую. Теперь опять вторую петлю перекидываем через первую и снимаем опять. Слева на правую спицу перекидываем вторую петельку через снятую. Так, и так мы снимем еще 6 петель. Так, всего 6 петель будет. Так, снимаем. Пока здесь останется у нас 6 петель с краю, с левого края. Так, вот у нас 6 петель с этого края осталось слева, а это 7-я петля. Нам надо оставить здесь 6 петель, чтобы всего было. Мы 6-ю петлю опять слева снимаем на правую спицу и перекидываем таким же образом. Так. И теперь эта петля, которая образовалась, мы ее оденем вот на левую спицу. Тут у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Вот у нас такая как бы косичка получилась. Так, слева у нас, вот обратите внимание, 6 петель, так? А здесь, так как мы в начале 2 одной провязывали, у нас получилось 5 петель, а надо 6, тут 6 и тут. Мы вот крайнюю вот эту петельку, обратите внимание, вот видите? Мы ее одеваем просто сюда на спицу, на правую. Все, и тут у нас 6 получилось. Тут 6 и тут 6. Теперь таким образом вяжем. У нас здесь 6 петель снятых, так? Мы добавляем еще к этим снятым 2 петли. Потом я вам покажу, почему 2 еще добавляем.
они у нас уйдут, эти две петли привязания. И того у нас получится 8 петель. Мы вот таким образом надеваем на правую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Вот у нас 8 петель получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 петель, петли наши и 2 дополнительные. Теперь мы вяжем таким образом. Смотрите, мы эту крайнюю петлю с левой спицы, тут у нас 6, мы ее снимаем сейчас на правую. И опять вот сразу вторую петлю мы перекидываем через эту снятую. При этом у нас вот было 2, получилось 1. И хорошо притягивайте. То есть одна петля у нас дополнительная уже ушла. Так, и теперь дальше вяжем. У нас мы вязали здесь изнаночный ряд. Значит, продолжаем. Это второй ряд изнаночный. Продолжаем вязать изнаночные до конца этого ряда. Ну, последняя, как обычно, кромочная. Первую снимаем, последняя кромочная. Так, у нас получилось. Тут 6 петель, тут 6 петель, а здесь у нас еще 7 петель. Одна ушла, а одна дополнительная осталась. Мы ее сейчас тоже вам покажу, в конце тоже мы ее 2 одной провяжем. То есть через 2 петли одну снимем, получится 1. Как обычно. Так, переворачиваем по рисунку, как это у нас идет поперечная резинка. Тут у нас теперь второй ряд мы изнаночный провязали. Теперь 2 ряда лицевых вяжем. Первый снимаете и провязываете лицевые петли. Так, вот 6 петель мы провязали. Теперь провязываем лицевыми те, которые вот мы и ходили, да, тут на спицу. Раз, два, три, четыре, пять. 6, и как я говорила, и вот у нас еще 7, ту, которую мы лишнюю, одна у нас ушла, одна еще вот 7 есть. Для чего мы еще вот эти 2 добавляли лишние? Там мы здесь вот мы убрали одну, да, получилось, чтобы не было вот этих таких вот неровностей при петле. И здесь точно так, видите, как некрасивая нитка такая длинная получилась. Вот мы ее сейчас таким образом сделаем. Тут 6 петель. Шестую вот петлю слева на правую. И точно так вот 2 этих петельки мы вторую перекидываем через первую. И хорошо затягивайте. Вот затянула. Видите, уже нет дырки, нету длинной нитки у нас. Все, петелька нормальная. У нас вторая дополнительная петля уже ушла. То есть у нас осталось уже, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это боковые. И здесь у нас, вот видите, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 боковые. И дальше идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это петля. И остальные вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 18, как мы и набирали. Вот таким образом. И дальше провязываем по рисунку. То есть у нас идет первый ряд при поперечной резинке. Лицевыми петлями мы вяжем.
Так, вот мы провязали. Вот у нас петля уже готова. Сейчас мы вяжем второй ряд лицевыми петлями. Так, напоминаю, это у нас поперечная резинка. Поперечная резинка. Хорошо ее на воротнике, на планке, низ, обработка рука внизу, низ изделия. Замечательно, везде подходит. Можно вязать обработка шарфу края. И также можно вязать шапочки, очень красивые будут, такие они объемные. Вот у нас получилась петля, смотрите, видите, какая красивая, замечательная. Это вот лицевая сторона, сейчас я немножко провяжу еще, а это изнаночная. Так. Планку можно и сразу вместе эту полочку можно вязать сразу с этой планкой. Она тогда будет вот таким образом, да? Вот тут готовое изделие вязать и планка сразу. Я вязала так кофты, дочек, да? И можно ее точно так вот так привязывать на край полочек. Она получится тогда вот таким образом, как продольная будет. Все замечательно смотрится. Хоть так, хоть так. Сейчас мы провяжем. Так, это теперь изнаночный ряд вяжем. Первый ряд, значит. То есть вяжете 2 лицевых, 2 изнаночных. 2 лицевых, 2 изнаночных. Поперечная резинка. Вот получается. Я сейчас ее провяжу, а потом мы посмотрим. Вот я провязала немножко, смотрите, одна вот петля, вторая, как замечательно смотрится. Считаю, очень красивый вариант вязания это петель на этой поперечной резинке. Так, думаю, все понятно. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго, до свидания.